24 часа назад. Переведено и озвучено по заказу кинопортала turkcinema.tv. Болат Алендар, почему нет регента? У господина Фарука проблемы? Господин Фарук, к сожалению, был пойман. Мы не знаем, что с ним случилось. Мы не знаем, жив он или мертв. Вы поступили неправильно, Болат Алендар. Вы не должны были нам мешать сделать то, что полагается, когда мы узнали, что нас расшифровали. Господина Фарука поймали из шевалье храма? Да. Вы могли узнать какую-нибудь информацию, связанную с шевалье храма? Что вы делаете, чтобы спасти господина Фарука? Сейчас мы с командой, используя все возможности, работаем для этого. Прошу вас на некоторое время не покидать это помещение, пока я не пришлю весть. Очень важно спасти господина Фарука. Но будущее нашего народа еще важнее, Болат Алендар. Мы совершили ошибку, не будем на ней настаивать. Для нас похищение господина Фарука стало тяжелым уроком. Мы не можем позволить, чтобы поймали всех остальных членов Совета. Система не начнет самообновление, пока жив господин Фарук. Пока не созданы нужные условия для действий хранителей книги предков, неправильно Совету оставлять власть. Ты не должен был мне мешать, господин Мете. Пойрас. Болат Алендар убил у тебя на глазах Айраза, чтобы ты убил Фарука. Он знает, что живой Фарук в наших руках для них начало конца. Пойрас, что ты делаешь? Пойрас. Болат Алендар хочет, чтобы ты убил Фарука. Ты дашь ему желаемое. Я убью тебя, господин Мете, если не смогу отомстить за Айраза, ты понял? Ты сделал такое большое дело для шевалье храма. Когда они узнают от Фарука то, что им нужно, они дадут тебе все, что захочешь, а не только Болата Алендара и Фарука. Я хочу только одного. Пролить кровь за кровь моего брата. Вы действительно сделали большое дело. Чтобы сделать это дело, мне пришлось пожертвовать братом. Твоя самоотверженность не останется неоплаченной, Пойрас. Ты получишь награду и отомстишь. Я много о вас слышал, Мете. Я сделаю все, что в моих руках, чтобы после этого вы слышали только хорошее обо мне. Начальник разведки пришел, Абдульхей в пути, брат едет. Брат, я срочно должен тебе показать кое-что. Вы выйдете. Аби.
Брат, утром мы взломали пароль еще одной папки. Ты должен это посмотреть. Вы получили желаемое. Теперь дайте мне то, что я хочу. Нет такого вы и мы. Мы теперь единое целое. Сначала мы должны осуществить свои планы, связанные с Советом. Улат Алемдар – ничто без Совета. Вы ошибаетесь. Вы не сможете уничтожить Совет, пока не уничтожите Алемдара. Тебе удалось сделать большие дела в недавнем прошлом. Ты почти произвел на меня впечатление, Пойрас. Вот только ты должен научиться быть немного терпеливым. В чем дело, Абдульхей? Брат, начальник приехал. Пригласи. Кто-нибудь еще знает об этом? Нет, брат. И не должен знать, Тальха. Прошу. Господин начальник, почему вы не смогли найти местоположение господина Фарука? Как только вы сообщили, мы начали следить с помощью камер, которые расположены вокруг больницы. До какого-то времени мы смогли напасть на след, но потом нам помешали. Какое вмешательство? Есть электромагнетическое оружие, которое использует американская армия. Вчера ночью одно из них было использовано рядом с нашим главным зданием. На 2 часа вся наша система дала сбой. Они бы так не старались, если бы господин Фарук был мертв. Я тоже так думаю. Если господин Фарук жив, значит, Маргарет и великий маэстро приехали в Турцию, или же скоро приедут. Всеми силами попытайтесь их найти. Хорошо. Я самый везучий среди маэстро храма. Мои предки могли бы отдать все, чтобы увидеть сегодняшний день. 30 лет назад я поклялся увидеть сегодняшний день. Я выучил турецкий, чтобы только поговорить с вами. В таком случае говори побольше, пока у тебя есть возможность. Больше этого ты не увидишь. Я человек с амбициями. Не отступлю, пока не получу большего. Я очень старый и очень больной человек. На моих плечах тысячелетняя ответственность. Боюсь, что отступлю, не сгодившись вам. Господин Фарук, вы не такой больной, как вам кажется. Мы должны были усилить вашу болезнь, чтобы суметь привести вас сюда. Вы зря столько работали. Информация, которую вы от меня узнаете, вам не поможет. Система начала действовать для самозащиты после того, как вы меня поймали. Значит, это то, что помогло вам 2000 лет остаться тайной организацией.
Я знаю, что мы немного узнаем о этой системе, но все, что вы скажете, для нас будет новым и очень важным. Мой турецкий улучшится, не сомневайтесь. Мэтью — один из лучших специалистов в этой области. От него ни одной тайны не спрячете. Брат, каковы наши планы? Наш приоритет — книга предков, Джаид. Мы должны в любом случае добраться до книги предков. Брат, если все так, как ты говоришь, то наши руки связаны. Что мы можем сделать, если не появятся хранители? Когда хранитель появится, за нами будут следить. Я пошлю за книгой предков того, о ком никто не вспомнит. Кого же, брат? Как вы выбираете нового члена в совете, когда освобождается место? Совет выбирает новых членов путем голосования из тех, кто подходит на это место. Список, о котором вы говорите, в наших руках. Сейчас. Если мы уничтожим весь совет, выберет ли новый совет те, кто внесены в этот список? Нет. Пока им не сообщат и не пригласят для членства в совете, они даже не будут знать, что они претенденты. То есть в этом случае, если всех членов убьют, совет старейшин исчезнет? Нет. Если умрут все члены совета, начнут действовать чрезвычайные меры. Что это за меры? Он сопротивляется. Я сделаю еще дозу. Он сможет выдержать? Есть вероятность сердечного приступа, но мы готовы к вмешательству. Самет, возьми Огуза и приезжайте ко мне. Брат, сейчас, наверное, все нас ищут, за нами проследят. Самет, я потерял Айраза, а ты говоришь о слежке. Шевалье Храма не понимает логику этих мест. Если мы не отомстим за Айраза, нас никто уважать не будет. Брат Кара, он умер. Братишка, почему везешь нас в одной машине с трупом? Почему не говоришь? Брат, я думал, он притворяется. Он для тебя притворяется, Имдад. Брат, лучше бы сообщили брату Полату. Что случилось? Испугался, что ли?
Мы не боремся с контрабандистами и мафией. Мы совершаем операцию на земле другого государства. Это большой риск. Братишка, это не чужие земли. Это земли наших предков. Надеюсь, нам не приготовят большую встречу, Кара. Ну, немного постреляют, конечно. Уши погудят чуть-чуть, ну и все. Что это за чрезвычайные меры? Что это за чрезвычайные меры? С исчезновением совета начнут действовать хранители книги предков. Что такое книга предков? Это книга, в которой записана генеалогия 11 поколений семей избранных. Эти 11 поколений семей уже 2000 лет воспитывают членов и служителей совета. Они все турецкие семьи? Нет. Среди них есть и семьи курдов, черкесов, арабов, албанцев. Как связываются с хранителями книги предков? Это односторонний канал. Мы не знаем, кто является хранителями книги предков и где они находятся. Пока мы живы, им не нужно появляться. Я уже не удивляюсь тому, что мы 2000 лет не могли вас обнаружить. Меры действительно чрезвычайны. Как хранители книги предков узнают о смерти членов совета? Войди. Господин, люди Пуэраза только что промелькнули среди видеокамер. Какие? Саммет и Угус. Не упускайте их. Мы обязательно должны узнать, куда они едут. Как прикажете. Хорошо, господин начальник, вы продолжайте следить. Люди Пуэраза зафиксированы камерами. Выезжаем. Тальха, Шамиль, вы остаетесь здесь рядом с членами совета. Ты уже возомнил себя патроном, Акиф? Перед тобой не рабы. Шамиль, сейчас не время. Делай, что говорю. Вы не понимаете серьезность проблемы или хотите увидеть, что я делаю, когда у меня заканчивается терпение, да? Магнолия, я должен написать этому завтраку песню, стихотворение и оду. Приятного аппетита. Моя прекрасная птичка.
Иди, иди, присядь. Как бы ты ни старалась скрыть, чтобы не огорчать меня, но моя нежная душа все видит. Конечно, я расстраиваюсь, Иксан. Я потеряла брата. Он был моим единственным близким человеком в жизни. Не будь тебя, я осталась бы совсем одна-одинешенька. Дорогая, даю тебе слово. Я не буду таким, как твой брат. Я никогда не оставлю одних тебя и нашего сына. Дай руку, дай. Я приготовлю тебе хороший кофе, дорогой. Ой, Иксан, что случилось, мой цветочек? Кажется, он пошевелился. Я готов все отдать за его движение. Убийца! Магнолия, что ты делаешь? Я убью тебя! Магнолия! Да накажет тебя Аллах, Иксан! Из-за тебя умер мой брат! А ты ждешь, чтобы я и дальше любила тебя, да? Если ты не предатель, то и я не бессовестная, чтобы радоваться смерти брата. Хорошо, можешь убить меня, но пожалей нашего ребенка. Какой еще ребенок, Ихсан? Нет никакого ребенка. Ты говоришь так, чтобы расстроить меня, да? Я похожа на идиотку, чтобы родить от тебя ребенка. Кто вы такие, чтобы заставлять моих людей ждать? Простите, господин, есть приказ госпожи Маргарет. Не бесите меня. Что приказала Маргарет вам? Заставить моих людей ждать, чтобы взбесить меня? Брат, Полат Алемдар узнал место и едет сюда. Не забывайте, есть приказ Маргарет, никого не пускать внутрь. Ну давайте посмотрим вас в деле. Можешь идти. Вы должны немедленно уходить. Алемдар сюда едет. Как Полат нашел это место? Не знаю. Приедет, спрошу. Наш человек из разведки рассказал моим людям. Алемдар в пути. Вы должны уйти. Ты тоже поедешь с нами? Нет. Пойраз останется здесь и отомстит. Мы уходим. Выводите нашего гостя. Поторопитесь, ребята. Прошу. Я вас сопровожу. Нафис, ты останься с Пойразом, как прикажете. Что случилось, Нафис? Испугался, что ли?
Алемдар, ты пришел за старейшиной. Я тебе его отдам. Он уйдет с заднего хода. Прикрой меня. Они сейчас войдут с главного входа. Нужно уходить. Уходим. Пулат Алемдар заберет своего человека. Я уже убил его. Он может забрать его до кладбища. Чего смотрите? Пригоните машины. Нужно отвезти Джейда в больницу. Thank you.
gidersen Gidip de bir daha gelmeyeceksen Yüreğimi koyan ucunun için Senden gelsin ölüm başım Al ömrümü koy ömrünün üstüne Senden gelsin ölüm başım Сколько еще братьев мы похороним, брат? Я уже не могу вытерпеть. Абдульхей, приди в себя. Не раскисай. У меня не осталось сил, брат. У меня даже нет сил отомстить за брата. Абдульхей, приди в себя. Абдуль, нам всем больно. Пожалуйста, держись. Я похороню брата, а утром вырою и свою могилу. Больше от меня ничего не ждите. Я разве разрешил тебе умирать? Я разрешил тебе все бросать? У нас нет права держать траур. Сначала мы должны позаботиться о будущем государства, а потом похороним Джаида и будем держать по нему траур. Пойрас, на моих руках кровь Джаида. Я задушу тебя этими руками. Опять говоришь с пафосом, Алимдар. Но не буду к тебе несправедлив. Ты так долго пробыл в операционной, я думал, что ты уже спасешь Джаида. Когда я покончу с тобой,
У тебя не останется даже одного глаза, чтобы следить за мной, Пойрос. Если ты все бросишь, Пойрос победит Абдульхи. Если мы все бросим, они победят. Я слушаю, госпожа. Я готов приехать к вам. Ты мне нужен не в Турции, а в Бостоне, Джек. Поскорее соберись и вернись в Бостон. Как прикажете, госпожа. Улат Алемдар начнет действовать, чтобы воссоздать систему старейшин. Мы можем помешать ему с помощью информации, полученной от Фарука. Мы прослеживаем всех его людей, видим каждый их шаг. Вы недооцениваете Полата, господин Мете. Все, кто совершил эту ошибку, сейчас в могиле. Мы сделали все, чтобы спасти господина Фарука и совет. К сожалению, мы не справились. Пришло время выйти хранителем книги предков. Мы готовы, Пулат Алемдар. И хотим, чтобы нас проводили согласно традиции. Но перед смертью мы должны быть уверены, что система возродится заново. Господин Адиль. То есть, последний настоящий председатель оставил ключ, который находился у него, мне. После того, как вы умрете, жучки, которые помещены в ваши тела, дадут сигнал хранителям. Потом мы встретимся с хранителями, у которых еще два ключа. Найдем книгу предков и выберем новых претендентов, которые войдут в новый совет. Новый совет будет создан под твоим председательством, Пулат Алемдар. Это невозможно, так как я раскрыт так же, как и вы. Совет создаст один из старых членов, которого не знают шевалье храма. Ходжа? Значит, пришло время подняться к Господу.
Некоторое время назад я уже разговаривал с вами по этому поводу. Тогда приняли решение насчет господина Адиля. Сейчас такое решение приняли насчет всех членов Совета. Вы сможете выполнить задание? Наше задание — обеспечить сохранность жизни для всех членов. Это что за задание? Ваше задание — не сохранять жизнь членам Совета, а обеспечить будущее Совета. Мы обеспечим будущее Совета, убив его членов? Да, Альптекин. Это обязательно, чтобы создать новый, нераскрытый Совет. Совет уже принял решение насчет себя. Мы должны выполнить это решение. Ты говоришь так, словно раньше ты все выполнял беспрекословно, Полат Алимдар. Почему ты так торопишься, чтобы выполнить этот приказ? Ты кто такая, чтобы так разговаривать с братом? У вас у всех мысли спутались, я знаю. Вы в сомнении. Я прошу, чтобы вы доверились мне и членам Совета. Это единственный путь, чтобы спасти 2000-летнюю организацию. Я не смогу убить господина Эшрефа. Когда приняли решение насчет господина Адиля, я должен был выполнить это задание. Но тогда я впервые в жизни попросил у вас что-то для себя. И Акиф выполнил задание за меня. Но сегодня чувствам нет места. Я лично провожу самого близкого мне господина Эшрефа, чтобы показать вам, что я не прошу ничего, что не могу сделать сам. А теперь вы выполните решение?
Спасибо за то, что лично ты проводишь меня, за твою ответственность, господин Ашриф. Вы многое сделали для нас и для государства. Простите за все. Если мы принесли пользу, нет никого счастливее нас. Мы и наша кровь для Родины. Кара, уже 2 тонны бомб загрузили, чего мы ждем? Эти машины тоже надо перевезти через нашу границу, Эркан. Мы должны разобраться. Откуда мы знаем, придет ли человек сюда? Тебе уже плохо от бессонницы, Эркан. Ничего не понимаешь. Кто-нибудь из наших обязательно перевезет машины через границу. А мы можем за ним проследить. Если мы еще немного подождем, я из бомб сделаю шаурму и съем. Мы уже умираем с голода. Молчи. Проглот несчастный. Господа, будем спать по очереди. Пусать, держи. Цветочек. И ты останься. Может, найдешь ящерицу или что-нибудь съестное для себя. Брат, ты уверен, что это один из хранителей? Уверен, Акиф. Брат, как этот хранитель или как его там? Он разве нам поверит? У меня ключ, Абдульхей. Он знает, что члены уничтожены. Он отведет нас к другим ключам.
Господин Мете, Пойрас чересчур персонифицирует события. Пойрас черпает из этого силу. Он будет намного полезнее, если будет ко всему так относиться. Не забывайте об этом. Вы правы, но на этом этапе нам нужно быть очень хладнокровными. Госпожа, наши воздушные силы сообщили, что Пулат Алемдар начал действовать. Мы должны помешать Пулату Алемдару добраться до хранителей. Господин Мете займется этим делом. Дайте ему все необходимое. Для меня это честь, госпожа. Минутку. Я сказал минутку. В чем дело? Чего вы хотите? Пулат Алемдар? А вы что здесь делаете? Господин Раиф, можем мы поговорить в кабинете? Ваши люди пусть подождут за дверью. Господин Раиф, все члены совета умерли. О чем вы говорите? Какой еще совет? Я знаю, что вы один из хранителей. А вы знаете, что я один из обладателей ключа. Я с ваших слов ничего не понял. У меня нет времени заниматься такими глупостями. Выйдите, пожалуйста, я должен работать. Сигнал о смерти членов Совета вы должны были уже получить. Чего вы еще ждете? Допустим, я поверил, что вы один из хранителей ключа. Это ничего не меняет. Пока не умерли все члены Совета, я ничего не могу сделать. Таковы правила. Все члены Совета умерли, господин Раиф. Но один жив. И кто же это? Пулат Алемдар сейчас с кем-то встречается. Я думаю, что он хранитель. Встреча Пулата и хранителя ничего не изменит. Хранитель не начнет действовать. В теле каждого из членов Совета есть аппарат, который передает сигнал биения его сердца хранителю. Ты можешь идти.
Что вы хотите, чтобы я сделал? Убей и Полата, и Хранителя. Эльдер. Это невозможно. Господин Фарук умер, я видел собственными глазами. Полат Алемдар, я не знаю никого из членов Совета, кроме господина Адиля. Моя работа начнется после того, как прекратятся все сигналы. Как видишь, до сих пор есть тот, от кого поступает сигнал, господин Рей. Видимо, они пересадили датчик кому-то другому. Посмотрите здесь. Смотрите. Здесь словно сердце остановилось на 2 минуты. Значит, за это время они переместили датчик. Стреляй. Брат? Снайпер! Снайпер! Полат Алемдар за столом. Сейчас он выглянет. Прицелься и жди, когда он появится. Господин Рейф. Господин Рейф. Ты останься на крыше. Как мы можем начать действовать? Урель Сельчуклу. Теперь все зависит от вас. Говори, Абдулхей. Брат, мы уже разобрались.
Владельцам ключей послали сообщение. Мы должны уничтожить следы этой системы. Хранитель погиб. А Полат Алемдар жив. Мы не смогли ему помешать поговорить с хранителем. Возможно, пришло время стать друзьями с нашими врагами. Я не поняла. Завтра я встречусь с Полатом Алемдаром. Полат никогда не примет вашу дружбу. Полат Алемдар умный человек. Он обязательно встретится со мной и выслушает мое предложение. Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Рад, и что теперь? Будем ждать прихода владельцев ключей. Ты очень часто начала прилетать в Турцию, Маргарет. Будь осторожнее, наша погода сурова, не заболей. Ты же знаешь погоду в Бостоне, она хуже, чем в Стамбуле. Я приехала не одна, Полат. Великий маэстро в Стамбуле и хочет встретиться с тобой. Неужели ты совсем не боишься? А если я расскажу твоему маэстро об Эли? Мы оба знаем, что ты не будешь подвергать Эли в такой опасности. Ты же очень скучала по дочери и хотела быть рядом с ней. Я бы не позволил увезти ее в Америку, если бы знал, что ты будешь так часто приезжать в Турцию. Я не помню, что спрашивала твоего разрешения, чтобы увезти свою дочь. Я же позволил тебе жить, Маргарет. Разве может быть еще большая милость? Я никогда не забываю о доброте, Полат. И дам тебе возможность познакомиться с великим маэстро. Надо же, сам великий маэстро приехал из Америки, чтобы встретиться со мной. Наше гостеприимство не позволяет отказаться. В таком случае, утром сообщу тебе о месте и времени встречи. Ну, раз ты приехал домой, я могу дать тебе поговорить с Элиф, и твой отец с матерью услышат ее голос. Ты глаз с меня свести не можешь, да, Маргарет? Я никогда не пыталась скрыть свои чувства к тебе, ты это знаешь. Как ты, дорогая? Стараюсь быть в порядке, Полат.
Маме на Зефе не очень хорошо. Отъезд Элиф очень подействовал на нее. Маргарет здесь. Я занимаюсь ею. А Элиф она привезла? Нет. Но мне осталось совсем немного, чтобы найти место, где находится Элиф. Неужели они такие сильные, Пола? Мы в своей стране не можем задержать одну женщину. Не вздумай делать что-то связанное с Маргарет. Полат, не жди, что я буду сидеть сложа руки. Хорошо, дорогая, делай как хочешь. Как ты, отец? Как мама? Пока Элиф не вернется, ни мне, ни тебе не будет покоя, сынок. Отец, я не хотел вам говорить, но ситуация с Элиф немного запутанная. Я понимаю, сынок. Спасибо, отец. Ты всегда относился ко мне с пониманием. Твое присутствие для меня самая большая поддержка. Сынок. У меня осталось немного времени. Отец, не говори так. Мое сердце мне говорит об этом, сынок. Для чего мне скрывать от тебя? Отец, если ты уйдешь, я совсем рассыплюсь. А в нынешнее время даже не смогу собраться. Сынок, потеря близких для человека самая большая боль. Но никто не сможет одолеть судьбу. Мы дали то, в чем ты нуждаешься, как тебе полагается. Ты уже возмужал от выбранной тобой жизни и времени. Отец, я возмужал не во всех отношениях. Мой гнев, моя импульсивность и желание отомстить еще не закончились. Ты ошибаешься, сынок. Это все нужно в твоей борьбе. Ты ненавидишь врагов так же, как любишь близких. К тому же ты прекрасно контролируешь свой гнев. Мы научили тебя этому терпению. Неужели ничего не осталось? Самая большая особенность несовершенного человека — знать о своей несовершенности. Стараться прикрыть ее и искать убежище у Аллаха. Отец, я не хочу тебя терять. Сынок, это временная разлука. Мы пришли сюда в гости и вернемся к своему Создателю. Рано или поздно и вы придете. Человек всегда с тем, кого он любит. Я всегда буду с вами. А вы всегда будете со мной. Мы пришли сюда в гости и вернемся к своему Создателю. Рано или поздно и вы придете. Может быть, я уйду раньше всех вас, отец. Есть новости, господин начальник, связано с Карой. Я слушаю. Кара вчера пересек границу Сирию. Это вы его послали? Какая разница? Важно помочь вернуться ему живым и здоровым.
брат. Мы идем к этому человеку без мер предосторожности. Этот человек называет себя Шевалье Абхи. Он не нарушит слово. Не нужно, не нужно. Благодарю вас за то, что приняли мое предложение. Я хозяин этого дома, хоть вы и пригласили меня. Турция теперь, как и Америка, становится привлекательным центром. Она стала страной, в которой все мечтают жить, хоть вы этого и не хотите. Вы говорите так, словно уже не надеетесь на Америку. Разве Америка не была центром царства Господа? Боги, как и люди, хотят изменений. Если вы примете, я хочу подарить вам символический подарок. Корабль, на котором Кристоф Колумб открыл Америку. Вы мне предлагаете Америку? Америка переживает зрелость. Как и любая большая империя, она в конце этого периода развалится и займет свое место в истории. А как вы сохраните существование без этой мировой державы? Это был хороший опыт суперсилы, но мы поняли, что сложно так продолжать без противников. Мировой центр смещается от Атлантики к Тихоокеанскому региону. Мы приняли меры, так как увидели это давным-давно. Значит, в новой эпохе вы хотите в каждом регионе создать суперсилу вместо одной мировой державы. С вашего подарка я понял, что вы предложите Турции стать сильным центром этого региона. Почему нет, если мы сумеем договориться, Полат Алемдар? Турция и без вас продолжает свой путь к становлению мировой державой. Зачем нам договариваться с вами? У вас не хватает способности стать мировой державой. Вы хорошо используете мягкую силу, хорошо используете культурные связи, но мягкой силы не хватает. Экономической и военной мощи недостаточно для ваших целей. Вы прошли важный путь для безопасности и разведки. Но нужно много времени, чтобы вырастить людей, соответствующих этому мышлению. Мы терпеливый народ. Время нам на руку. По вашим подсчетам, мы потеряем максимум 10-15 лет. Но, видимо, вы не можете потерять ни минуты. Мы до сегодняшнего дня получали все, что хотели. Но вы даже в самое лучшее время не смогли сделать в Ираке то, что хотели. Вы не смогли обеспечить стабильность. Все увидели, что у вас нет сил свергнуть правительство в Сирии. Причина этому – ваше неумение задействовать международные связи. Все давно бы завершилось, если бы НАТО захотело. Мы не можем смотреть так практично, как Запад. С теми людьми у нас историческая и культурная связь. Мы считаем, что это наши люди и относимся к ситуации чувствительно. Чувствительность – это роскошь, Полат Алемдар. Она может принести большую пользу.
Но у вас нет экономической мощи, чтобы расплатиться за свою чувствительность. В свое время в Алеппо вы помогли курдам. Все аплодировали вам. Вы поддержали чеченцев в русской войне. Западный мир поздравил вас. А сейчас, поддержав оппозицию в Сирии, вы показываете миру, что человечность и совесть не умерла. Максимум, что может сделать западный мир, это опять поздравить вас. Вы правы. Западные люди не смогут понять нас. Они испугаются за свои деньги. Для нас очень просто превратить Стамбул в один из финансовых центров мира. Мы можем привести в Турцию биржу золота и энергетики. К тому же у вас нет мировой марки, которая может на что-то в мире повлиять. Мы должны ее создать. Если приведете сюда то, что предлагаете, значит, вы нас поработите. Когда мы перестанем соответствовать вашей стратегии, вы можете потопить нас, если вы видите денежный капитал. Для вас глобализация — это зависимость всех от вас. А вы будете независимы от всех и вся. Полат Алемдар, дело не в подчинении Турции. Мы в 20 веке совершили большую ошибку. Боясь ислама, мы заставили вас бросить халифат. Мы как могли раскромсали мусульман, но это принесло больше вреда, чем пользы. Чтобы вновь интегрировать ислам, нужно привязать его к какому-нибудь центру. Вы начали с Америки и закончили халифатом. А сейчас, значит, вы мне предлагаете халифат. Скажем, его модернизированное состояние. В Организации Объединенных Наций у всех есть свой представитель. Но у исламского мира нет ни одного представителя. Поэтому вы не можете действовать вместе. Турки сдали хороший экзамен в исламском мире, продержавшись 500 лет в халифате. У пророка Мухаммеда есть такие слова. «Даже если предложите мне луну и солнце, ей-богу, я не сойду со своего пути». В свое время ему тоже сделали подобное предложение. «Наша вера идет впереди разума, поэтому не утруждайтесь больше». Чего они хотят, брат? Они предложили нам управлять регионом. За что, брат? За не очень важную вещь. За нашу дружбу с ними. А ты что сказал, брат? Сказал, что для меня не проблема, но Абдульхея нам не убедить. Брат, у нас в религии можно торговаться. Не нужно было сразу отказываться. Войди. Вы звали меня, госпожа прокурор Ахмед? Я хочу, чтобы вы нашли эту женщину. Госпожа, у нее есть в Турции какой-нибудь адрес? Нет. Мы знаем, что она прилетела вчера в Турцию. Мы прочешем отели, госпожа прокурор, но будет сложно, если она живет в другом месте. Я поговорю с начальником, это моя личная просьба. Вы сделаете все, чтобы найти ее. Госпожа, а что по поводу полицейского района? Я поговорила с командиром, они в курсе. Хорошо, госпожа прокурор, я немедленно передам сотрудникам. Ахмед, если вы не найдете ее в течение 24 часов, женщина сбежит. Я хочу особую команду для аэропорта. Войди. Не ум.
В чем дело, господин Мета? Ты впервые в жизни видишь сильную женщину? Вы третья. Мне интересно, кто же две другие? Одна из них – моя мать, которая всегда в моей жизни и от которой невозможно избавиться. Вторая – подружка Полата Алемдара, прокурор Лейла. Я познакомилась с Лейлой, обычная женщина. Она хочет доказать вам свою силу. Она выдала ордер на ваше задержание. На мое задержание? Мне понравилась ее храбрость. Возможно, она не такая обычная, как мне кажется. Покажем себя Лейле. Вы уверены? Это очень рискованно. Для меня? Или же для Лейлы? Я должен вас обязательно познакомить с моей мамой. Уверен, что вы найдете общий язык. В чем дело, Джан-Полат? У тебя проблемы? Проблемы теперь как пиджак Зульфикерага. Снять не получается, а одеваешь, становится жарко. Садись. В чем дело? От кого нам жарко? У нас другие проблемы. Но вот Кара поехал в Сирию. Вы же знаете, как там жарко. Я очень вспотел. Я не могу поехать, дел много. Нужно, чтобы кто-то поехал, охладил их. Хорошо, как прикажешь. Бекташ, готовь кондиционеры. Я говорила, что Полат Алемдар не примет ваше предложение. Я хотел лично познакомиться и поговорить с Полатом Алемдаром. Я доволен увидеть перед собой того, кого ожидал. Я не поняла, почему вы довольны человеком, который отказался от вашего предложения. Сила моего врага для меня знак большой победы, которую я получу. Ни один враг уже долгое время не заставлял меня так желать победы. Полат Алемдар начал действовать. Приблизь это место. Она
Здесь владельцы ключей. Откуда вы получаете изображение? От системы MOBISE. Приготовьте все записи этого места за последние 24 часа. Не упускайте из виду Полата Алемдара. Он ведет нас к книге предков. Готов, господин. Найди тех, кто положил туда то, что взял Алемдар. Лицо покажи, лицо, господин. Мы получаем изображение от системы MOBISE, поэтому другого видео нет. Значит, ты не сможешь проследить за человеком, к сожалению, нет, господин. Люди не важны, Пойрас. Они просто передали доверенное. А где Полат Алемдар? Они выехали на окружную дорогу. Они едут по направлению к Шиле. Полат взял то, что ему нужно. Мы должны любой ценой получить книгу предков. В таком случае поехали, господин Меде. Ты забери книгу, а я убью Алемдара. Книга должна быть где-то здесь. Господин, в помещении два входа. Маргарет, передай информацию Пойразу. Хорошо. Не волнуйся, Маргарет. Вы получите книгу. Пусть вертолет начинает стрелять. Не пускайте Алемдара внутрь. Пойраз. Сначала книга предков. Господин Нете. Воспользуйся черным ходом. Вы идите и занимайтесь своим делом. У меня сначала Алемда. Команда, за мной. Мы должны немедленно вывести Фатмона, теряет много крови. Хайдар, Эльптыки, наверх. Брат, мы загнаны здесь в угол. Абдульхей, мы должны избавиться от вертолета и зайти внутрь, иначе все погибнем. Мы потеряем Фатмон, нужно что-то сделать.
Брат, состояние Фатмы и Алиптекина неважное. Мы должны выбраться отсюда и вывести их. Брат, что будем делать? Ты и Абдульхей побежите в пещеру, привлечете к себе внимание, а я уберу Пойраза. Они не уйдут, пока не убьем Пойраза. Айнура, прикрой нас. Что вы делаете? Сначала Алимдар. Господин Пойраз ранен. Повторяю, Пойраз ранен. Господин, мы ждем ваших приказов. Отходите назад. Войди. Госпожа прокурор, мы привели американку, которую вы приказали задержать. Где вы ее нашли? Поймали при входе в отель. Она ждет за дверью. Приведите немедленно. Войди.
Это не та женщина, которую мы ищем, госпожа прокурор. Паспорт и удостоверение не фальшивые. Где Маргарет? Я Маргарет. Ахмед, уведи ее. До свидания. Слушаю. Сказала бы Пулату, если так сильно хочешь меня видеть. Я бы с удовольствием пришла навестить вас. Не нужно было поднимать на ноги всю службу турецкой безопасности. Маргарет, я хотела найти тебя раньше, чем поймает Пулат. Ты должна сказать спасибо за то, что я спасаю тебе жизнь. Меня очень забавляет самоотверженность турецких женщин. Ты бы побоялась приехать в Турцию, если бы знала, что я могу сделать все, что угодно для Пулата и Эли. Теперь Турция может считаться моей второй родиной. Для тебя будет лучше, если ты привыкнешь к моему присутствию здесь. Приехали те, кого мы ждали. Ты их знаешь, брат? Нет. Но скоро познакомимся. А где Имдад? Где ты нашел этот хлеб, Имдад? Брат, я оставил им деньги, я не своровал. Имдад, что ты наделал? А что случилось? Руки вверх. Приятного аппетита, Имдад. Можете открыть. Механизм не такой запутанный, как нам кажется. Его открытие не займет много времени. Подай мне ножницы. Зашивайте. Хорошо, господин. Каково состояние Пэраса? Он потерял много крови. Я вытащил пули. Выживет, если хочет жить. Да Пэрас в жизни не умрет. Может, отметим?
За женщину, которая дала нам Турцию. За Маргарет. Маргарет. За Маргарет. Господин, нам удалось открыть. Ключ от Стамбула. Полат Алемдар. Брат, оказывается, они просматривают все наши помещения. Когда появится хранитель, за нами всеми будут следить. Я пошлю за книгой предков того, о ком никто не вспомнит. Кого, брат? Покойника. Ты готов умереть на этом пути, Джаид? Готов, брат. Thank you.
Абдуль, ты видишь то же, что и я? Вижу, Эрхан. Мне захотелось увидеть, насколько вы меня любите. Абдулхей меня очень любит. Она тебя, я обиделся, Эрхан. Я спрятал боль в сердце. Благодаря тебе растаяли печень, почки и поджелудочные. Абдулхей, чего ты сидишь? Давай, наваляй ему. Я понял все сразу, Эрхан. Я вел себя так, потому что не хотел портить замысел брата. Где вы видели, чтобы я так плакал за мертвыми? Извини, Абдуль, но, по-моему, ты совсем расклеился. Друг мой, мы согласны на любую перестрелку, ловушку, но бессердечные методы брата когда-нибудь нас парализуют. У меня руки-ноги свело. Джаид. Слушаю, брат, позови всех. Будущее Совета теперь в безопасности. Впервые за столько веков наши враги так близко подошли к нам. Но вам удалось преодолеть их. Брат, опасность еще не миновала, так как мы еще не отправили шевалье храма туда, откуда они пришли. После того, как образуется новый Совет, они придумают что-нибудь по этому поводу, Акин. Было важно помешать им ликвидировать совет. Абдулхей, в этом конверте список людей, которые будут в новом совете. Ты должен передать его Хадже. Джаид. Ты передашь книгу предков новому хранителю. Новые владельцы ключей будут ждать тебя там, куда ты поедешь. Книга снова заперта. Мы обеспечили тайну нового совета. Остался один человек, который знает тайну. Брат, ты знаешь тайну. Пока ты жив, все будет в опасности. Что ты несешь? Он верно говорит, Джаид. Мы не можем подвергать совет риску. Брат, речь идет о твоей жизни. Мы уже отдали свои жизни, когда занялись этим делом, Абдулхей. Мы поклялись на этом пути. Выйдите все и оставьте меня с Акифом наедине. Брат, я в первый раз в жизни не послушаюсь тебя. Я не позволю. Абдулхей прав, брат. Ты не можешь принять решение в одиночку. Выйдите все. Выходите. Джаид, не настаивай.
Джахид. Джахид. Золо. Не надо. Убью каждого, кто не выйдет. Выходите. Мне нужно переводить дело на личности. Даже наши враги не были такими подлыми, как вы. Фатма и Аль-Тыкин из подлой команды сейчас борются со смертью. Брат, не надо. Джахид. Не поступай так с нами, брат. Джахид, все, кто знал об этой тайне, пожертвовал собой, даже не моргнув глазом. Ты должен выполнить мою последнюю волю. Я слушаю, брат. Во время операции в тело Джека был помещен жучок. Я проследил за ним до Бостона. Сейчас он, скорее всего, рядом с Элив. Ты доберешься до Элив, если проследишь за Джеком. Брат, я обещаю. Обещаю, что заберу у них твою дочь, даже если это будет последним, что мне придется сделать. Переведено и озвучено по заказу кинопортала turkcinema.tv.